царство в крови и в развалинах век. И сказано было недаром, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. И эти звенящие медью слова мы все повторяли не раз и не два. Но как-то с трибуны большой человек воскликнул с волнением и жаром: однажды задумал предатель Олег отмстить нашим братьям, хазарам. Уходят слова и приходят слова, за правдою правда вступает в права. Жаль, правда на свете всего лишь одна, ведь правда у каждого только своя. Так помните ж, люди, и знайте вовек, и к черту дурацкая смута, каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отмстил почему-то.